Здравствуйте, мы заходим в подвал на Одесскую 57. Просто случайно зашли и видим такую ситуацию. Значит, у каждого здесь есть, видимо, своя квартира, которая закрыта. Квартира 18. Квартира 17. 17-я квартира. Квартира 17 открыта. Давайте посмотрим. Я вот, мальчики, мне даже страшно зайти. Посветите, пожалуйста, кто-нибудь. Посветите, Андрюша. Ой, Андрюша. Саш, посвети. Квартира 17 открыта. Вот. Здесь проживают люди. Здесь проживают люди. Здесь они спят. Видимо, спят, едят. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Вот такая здесь у нас обстановка. Идем дальше. Ладно, все, извините. Вот. У нас даже есть 32, ладно. Это не важно. У нас там 4. Вот есть дальше квартира. Ребята, вот здесь. Вот, уже вот здесь вот есть квартира, которая закрыта. Комната, видимо, или что-то. Вот здесь вот. Здесь стоит велосипед. Ну, короче, вот такое место жительства у кого-то. Просьба, прошу разобраться и внести... Не иду. И братан, внести братан, иди в сюда. Ясность. А ну вы все в подвале. Иди сюда. Давайте еще пойдем, посмотрим. Пойдем. Давайте. Пойдемте. Мы посмотрим еще один момент, который нам показал наш... Камера? Нет, это не камера. Это труба. Это труба.